И еще один момент. Буквально вчера прочитал заявление пресс-секретаря Путина господина Пескова следующего содержания. К сожалению, поступает очень много подобных обращений из региона Восточной Украины, адресованных лично Путину с просьбой помочь вмешаться в той или иной форме. Ну, имеется в виду вмешаться в конфликт, помочь разрешению конфликтов, которые происходят на, в данном случае на востоке Украины. Уверен, что если, не дай бог, что-то подобное будет на юге, такие же письма пойдут от нас. Чтобы упредить подобные заявления, мы с завтрашнего дня начинаем сбор подписей под обращением к гражданам Российской Федерации, к российскому народу, в котором потребуем следующего содержания. Я против путинской оккупации Украины, я против войны, я против ненависти, разжигаемой между славянскими народами, против опасности, которой подвергаются наши семьи, наши дети, жены, мужья и родители. Такой подписной лист мы при помощи патриотических наших граждан, при помощи того же ополчения, самообороны и других возможностей будем собирать, под этим обращением будем собирать подписи для того, чтобы, не дожидаясь так называемого референдума, жители Николаева сказали свое слово. Уверен, что таких подписей будут не один десяток тысяч. Я думаю, уверен, что эти подписи будут собраны, запечатаем в конверт и отправим господину, ну не господину, мы подумаем, куда отправить, для того, чтобы наш голос был услышан и чтобы россияне остановили своего агрессора, господина Путина, который накануне двух великих праздников, праздника Пасхи и Дня Победы, пытается оккупировать нашу землю.